Автолюбители, которые часто ездят по улице Алма-Атинской, не раз поминали крепким словом ее состояние. Дорога, которая соединяет важнейшие городские микрорайоны с Московским шоссе, была полностью изношена. И вот теперь на улице начался ремонт. Ночью одну ее сторону перекрывают, а днем движение возобновляется в обычном режиме. Основные работы проводятся ночью, чтобы не усугублять пробку, которая формируется здесь днем. По этой поверхности должны 10-12 раз пройти два катка разной массы, чтобы достичь необходимой степени уплотнения, так чтобы уже через час по свежему асфальту могли поехать машины. Ремонт улицы Алма-Атинской проводится по программе безопасной качественной дороги. Предстоит уложить новые асфальтобетонные покрытия на протяжении более 4,5 километров. Согласно контракту, гарантийный срок 2 года, но подрядчик обещает, что нормативное состояние улицы сохранится на все 5. Контроль качества проводится на всех стадиях ремонта. Приезжая на объект, проводится визуальный осмотр, очистки поверхности от фрезерования, от мусора, от пыли, розлив битумной эмульсии, проверяется температура асфальтобетонной смеси. За одну ночь подрядчик укладывает порядка 3000 квадратных метров. Это около 500 тонн горячего мелкозернистого асфальтобетона. Получается примерно 0,5 километра. Скоро должны закончить. Начали 5 дней назад, завершим через 3-4 дня. Ну, тут у нас разделено по участкам. У нас сейчас фрезеровано от Карла Маркса до Московского шоссе. А следующий участок будет от Олимпийской до Карла Маркса. Улица Алма-Атинская для города имеет принципиальное значение. Это прямой выезд с Московского шоссе на Металлург. Когда закончится строительство развязки на 18-м километре, эта дорога станет важной ее частью. Полностью участок обещают сдать уже к середине августа. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.